Здравствуйте, меня зовут Керимова Светлана, я основательница Центра семейного сексуального образования Love Is. И сегодня я хочу с вами поговорить про удовольствие и немного затронуть тему оргазма. Женщина, если она получает удовольствие в жизни, то она способна получать удовольствие в сексе, да, в близости с партнером, в половом акте, в массаже, в каких-то прикосновениях и ласках. То есть невозможно просто по жизни быть сухарь сухарем, ничего не чувствовать, а потом прийти, закрыть дверь в спальню и резко стать такой нежной, наслаждающейся, кайфовой, чувственной. Поэтому сегодня я хочу вам предложить такое одно упражнение, домашнее задание. Как развивать свою сексуальность, как развивать свою чувственность, нежность, оргазмичность. Я вам предлагаю поиграть в такую игру самой с собой в течение всего дня сегодня, в течение следующих 7 дней, помогать своему телу раскрывать свою чувственность и сексуальность. Для этого вам необходимо начинать чувствовать, останавливаться в мгновении здесь и сейчас и развивать один из органов своих чувств. Например, первый день – это концентрироваться на запахах. Вот ты проснулась, потянулась, побежала, быстро-быстро, у нас все быстро. Вы даже пьете кофе, зачем вы его пьете, непонятно. Да, вы тогда добавляете молоко, сахар, это вообще не кофе, это вы любите молоко и сахар. И вы его пьете, вы его даже не замечаете, его запаха. А кофе – это очень сильный афродизиак. И если вы, прежде чем выпить чашечку кофе, вы ее просто остановитесь на мгновение и понюхаете, сосредоточитесь, сфокусируете свое внимание на запахе и получите от него удовольствие всем телом, то есть вы просто его нюхаете и чувствуете, как ваше тело реагирует на запах кофе, как у вас бегут мурашки, не знаю, бегут слюновыделение увеличивается, да, у вас, возможно, приятное тепло внизу живота появляется, то есть получить удовольствие от запахов, нюхать своего мужчину, нюхать своих детей, запах воздуха, получая удовольствие, концентрируясь на этом органе чувств и так далее. Дальше у нас идет прикосновение, зрение, звуки, это музыка, сосредоточиться на вкусе, потому что вы очень часто съедаете очень вкусное блюдо, но оно у вас туда залетает, вообще вы даже не понимаете вкуса, что вы только что съели. И, кстати, если вы будете обращать внимание вкушать, да, если вы будете смаковать, вы будете есть намного меньше, и вы точно не будете есть всякую пластмассовую еду, которая не имеет никакого вкуса, да, то есть вы будете начинать различать вкусы, запахи, вы будете развивать свое тело, свои органы чувств, вы будете становиться чувствительной. Это точно поможет вам в раскрытии себя и в половой жизни, в сексуальной жизни со своим партнером, потому что женщина развивает свою чувствительность и оргазмичность, она становится тонким музыкальным инструментом ее тела, именно в жизни, то есть каждую минуту ее дня невозможно прийти вечером и резко стать же сексуальный, да, это то, что вы накапливаете в течение всего дня. Удовольствия вам!